В социальном центре Елены развернулась настоящая свечная мастерская. За одним столом и старый млад. Губкинцы старшего возраста и их друзья из местного лицея и колледжа очищают жестяные консервные банки от этикеток, выравнивают края, вырезают из гофрированного картона фитили. Изготовление окопных свечей – посильная и необходимая помощь. Мне хочется лепту внести, хоть какую-то. Руки у меня не хотят работать. Ну, хоть какую-то лепту, ну, надо внести. Я же за них молюсь. Чтоб они вернулись целые, сохранности. И с победой. С помощью самодельных свечей сушат одежду и обувь, подогревают продукты питания и обогревают помещение. Они горят до 5 часов, а еще их можно использовать несколько раз. Участники акции объединились, чтобы помочь защитникам Донбасса и подарить им частичку своего тепла. Мы бы хотели, чтобы наши бойцы знали и помнили о том, что за их крепкими спинами серьезный мощный оплот матерей, жен, дочерей и вообще нас, россиян. Чтобы они знали и помнили о том, что мы все здесь вместе, помним, думаем о них и надеемся, что они придут к нам живыми, невредимыми. Поэтому все это ради этого всего. Все мы делаем. В настоящий момент изготовлено порядка 300 заготовок для свечей. В ближайшее время в храме святителя Николая Мирликийского их зальют воском и отправят нашим защитникам Отечества. Помимо этого, сбор нужных для солдат и офицеров вещей продолжается в общегородском штабе «Мы вместе». Он находится на базе общественной приемной «Единой России». Посетить его можно в будние дни с 9 утра до 5 вечера. Валерий Усманов, Денис Гонцов, новости Губкинского.